Так, всем привет. Я после тренировочки. Немножко прохладненько. Ну, так-то тепло, но так как я мокрый, немного обдувает ветер. О! Привет, КСВ, дорогой. Привет, привет, привет. Как дела? Дела нормально? Помирились с Сашей? Ну так. Примерно помирились. Вот. Что еще? Настроение у меня неплохое. Я с Шевой, да? Так, видите, как дела с Сашей? Нормально. С Сашей дела нормально, спокойненько. Ничего критичного. Ну, ничего хорошего, правда, тоже, но все же. Устал, да, устал. Устал, побегал полчасика, потренировался. Много устал. Вот. Рост 2.07. Так, что еще? Как ты что за тренировку делал? Да я просто бегал, да, немножечко штангой позанимался всем. А, не то. Ты слышал, что Шевы? Пришла новенькая Маргарита, она такое сказала, да, но это неправда. Мы не расстались. Ответь срочно, это все, я тут с мамой пишу. Да не расстались мы с Сашей, пока натяжная обстановка, но не расстались. Сельскую свадьбу, да, хочу, только позже, наверное, что-то сейчас не то настроение. Марина где-то здесь. Нет, жима-то хорошо, хвалю. Спасибо большое. Вить, да. А Вить, не хочешь быть одной из женщин Султана Безусяна? Ни в коем случае. Я же попасть в гарем? Ни в коем случае, я же мужчина. Не хочешь быть мужчиной в его гареме? Нет, я хочу остаться его другом. Только отца можешь давать побегу. Да. Так, 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 так. Опа. Здрасте, дратуте. Кто это? Кто это? Кто это? Йоу, 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 йоу. Безусян. Кто хочет увидеть свадьбу Витьки и Сашки Шевы, а? Пацаны, я все устрою. Вы только скажите да, я жду ответ. Это дилер. Привет, Виктор, ты супер, спасибо большое. Как тебе Марианна? Да Марианна обычная девчонка, нормальная. Чё, как она мне? Мне никак. Я в отношениях. Вот. Что еще? Ладно, дамы и господа. Я сейчас помою ноги. Басик. Песочка. Вот. И пойду-ка я закругляться уже. Нет, Алена с Ильей не вместе. Саша в комнате. Где-то в комнате. Алена с Ильей не вместе. Не знаю, когда будут вместе. Вот. Я вас целую, обнимаю. До новых встреч.